Этим летом мне довелось съездить на Рыбинское водохранилище. Мы прекрасно отдохнули, но, к сожалению, ничего не поймали. Мои друзья предложили мне съездить в город Череповец. Сказали, что там есть такой рыболовный магазин, ассортимент которого поражает многих, что я у себя в Москве еще даже поищу похожий магазин с таким ассортиментом. Меня это очень сильно заинтересовало, и мы рванули в город Череповец. Зайдя в этот магазин, ассортимент меня реально очень сильно поразил. У меня с собой были камеры, и я попросил разрешения у администрации отснять видео об этом магазине. Возможно, это видео будет кому-то полезно. Кто неподалеку проживает, кто приезжает на отдых на Рыбинское водохранилище и по какой-то причине нуждается в покупке рыболовных снастей. Ассортимент этого магазина просто поражает. Дальше, друзья мои, без комментариев. Не влазит. Метр. А секрет? А, резина — это секрет какая-то. Это военная тайна. Не знаю.